Я не буду говорить, куда я иду, потому что не уверен, доберусь ли туда. 12 километров. Мало того, что холодно, еще и, блин, под углом, я не знаю, 25-30 градусов приходится подниматься. Иногда вот как будто по пустыне идешь и хочется воды, а тут идешь и хочется спиздить машину. Полюбить-то королеву, ребята. В силу разъебанности ступень, если уж мы и будем сегодня угонять что-то, то, скорее всего, вот такую, бэйби. В знак компенсации за мой маленький член. Вот так работают попрошайки на светофорах. Они стоят и просят, потому что больше негде. Люди пешком не ходят, а тут на светофоре волен-сневолен, кто-то остановится. Вот сейчас пешеходная дорожка, по которой я так удобно шел, кончится. Собственник следующего здания счел, что все ездят на машинах. Мне вон на ту горку подняться, и там по GPS-у только самый первый поворот. Как говорил нам в армии наш мичман Криворучка, всегда как следует закручивайте портянки, если вам предстоит двухчасовой марш-бросок в один конец. У них каждый район называется городом со своим мэром, своей полицией, юрисдикцией и прочей фигней. И вот сейчас это была бывшая деревня Бруклин-Хайтс. Сейчас она, конечно, интегрирована в Кливленд. Вот от того, что деревня оказалась поглощена городом, эта ферма бывшая оказалась как бы, ну, пешком я дошел от моего дома. Просыпаться утром на Рождество. Если у вас все в порядке с документами и удачей, вы пашете, как проклятый, первые 5 лет, создавая кредитную историю. И продолжайте пахать потом уже, когда получите дом и дорогую машину. Или начинайте объебывать тех, кто в менее выгодном положении. Например, не имеет разрешения на работу или чего-то прочего. А вы по доброте душевной предоставите им возможность работать. Даже если вы такие богатые, как Абрамович или Дерипаска, один хуй английским лордом вы не станете. И английские лорды будут охотно от вас денежные подачки принимать, но при этом вытирать руки о платок после рукопожатия, образно выражаясь, если вы понимаете, о чем я. Никогда, никогда русский человек не сможет интегрироваться в англосаксонское общество. Где есть деньги, чиновники и капитализм, всегда будет коррупция, пока за нее не расстреливают, как в Китае. А если мы здесь все вместе учились в дорогой школе для мальчиков, играли в лакросс, а я вырос и стал мэром города, а ты прокурором, а ты строительной компании от папы получил бразды, как Дональд Трамп, то разумеется, когда мы будем ебать одних и тех же тёлок в Лас-Вегасе. I'm Tyler Wilson. I represent the Texas 2nd Congressional District. Нюхать кокс. Разумеется, я тебе отдам строительный контракт, а не какому-то хую пришлому. Хоть он пахал, хоть он, блядь, боролся с режимом Януковича в Украине, а здесь своими собственными руками на горбах других нелегалов создал строительную компанию. Да хуй он будет сосать? Я тебе отдам, дружище, контракт. Даже не сомневайся. Я же выбрал опцию пешком. А он, сука, что думает? Я на танке, блядь. Сейчас я буду идти вдоль этой дороги. Светить ментам, нахуй. Вот здесь чуть дальше. Кстати, это контора новая. Служба национальной безопасности, куда привозят нелегалов на первичные допросы. Описанная в книге ИСА. Так что, конечно, это не подвиг. Я знаю, большинство из вас каждый день что-то подобное совершает. Но для меня это в новинку, поэтому присутствует адреналин. Куда ты собрался, я тебя спрашиваю? И ты же мне слово дал. Я же тебе поверила. Ну хорошо, о себе ты не хочешь думать, а мы? Ты о ребенке своем подумай. Она же к тебе еще и привыкнуть не успела. А ты опять за старая? Ведь я же старухой стала. Ты меня доконал. Тише. Мартышку разбудишь. Я не могу тебя все время ждать. Я умру.
Ведь ты же собирался работать. Тебе же обещали нормальную человеческую работу. Я скоро вернусь. Ай, в тюрьму ты вернешься. Только теперь тебе дадут не 5 лет, а 10. Ничего у тебя не будет все эти 10 лет. Ни зоны, ничего. А я за эти 10 лет сдохну. Господи, тюрьма. Да мне везде тюрьма. Захожу в следующий район, бывшую деревню. Индепенденция, или говоря по-славянски, незалежность. Вон там на горизонте желтая вывеска. Туда мы идем. Бог даст, и доберемся до темна, а? С Божьей-то помощью. Следующий город. Хочется сделать привал, попить чего-нибудь. А с другой солнце уходит. Туда, где я иду, нужен свет. Когда я работал на американскую армию в Афгане в 2000-х годах, там солдат заставляют выпивать галлонами эту воду. Хочешь, не хочешь пить, нужно пить. Это прямо в инструкции. Наше тело состоит на хуево тучу процентов из воды. И любая усталость, нервное напряжение, даже депрессия, к вашему великому удивлению, снимается элементарной водой, только количество должно быть достаточно большим. Опять в горку! Опять в горку, мать ее! Пока суд до дела, мы пришли в ту юрисдикцию, куда мне нужно было. Я тоже раньше был, как вы, и предпочитал упаковку пива и сериал, мягкие тапочки и кресла, чем такое времяпрепровождение, как сейчас. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело, светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло. Превосходство человеческого разума перед искусственным интеллектом, Господи, лед. У вас бывало, когда вы приближаетесь к точке и вдруг видите, что можете еще быстрее добраться, чем показывает GPS? Будем надеяться, что это тот самый случай. Это вы только посмотрите, как заебался наш экскурсовод. Прикольная машинюшка, да? А почему она здесь? Мы сюда пришли, потому что до 2008 года здесь была главная городская мусорка, самая ближайшая к центру города, Кливлендская. Так называемый лендфилл. Там, я не знаю, в каком-то подмосковном городе кипиш как раз сейчас по этому поводу. Я хочу рассказать, что происходит с такими местами в будущем. Их засыпают землей, да, чтобы все утрамбовалось и там перегнивало. Преграды. Америка пытается убедить меня, что эта страна не для лузеров, которые ходят пешком, блядь. И была, и воняла мусорка, потом ее засыпали. Но, ребята, вы же забываете, мы с вами живем в прекрасной, крупной, капиталистической стране, мудрой, управляемой самыми действенными принципами рыночной экономики, свободы и демократии. Поэтому пилят здесь точно так же деньгу, в основном, когда строительство крупное затевается. Итак, появляется Остап Бендер местный. No. You get to call me Charlie. Can we get you a drink? It's 10 o'clock in the morning. Fair enough, I guess. И говорит, ребята, бля, вот же вы лохи педальные. Давайте на мусорке сверху построим прекрасный торговый центр. Вы посмотрите, какая ведуха кругом. Ну вот, построили большую дорогу, плазу, даже решили подводить железную дорогу. И отгрохали целую кучу магазинов прямо наверху мусорки.
Мой опыт работы в американском строительстве, это когда я на военной базе в Ханабаде, в Узбекистане, в Карши, был связан со строительством какое-то время. И прилетал Рамсфельд и комик Робби Уильямс, спокойный, царствие ему небесное. Так вот, чтобы Рамсфельд, блядь, свои ботинки не запылил узбекистанской пылью, нужно было построить от взлетной полосы до штаба, нужно было построить полоску. И был тендер среди компаний. Pakistan and Afghanistan. Afghans are now ready to fight a war against the Soviets. If they get weapons, they say they will win. Так вот, там была крупная компания, которая принадлежала вице-президенту США тогда, Дику Чейни, Брайан и Рут. И они отказались от контракта, потому что бюджет был всего 50 тысяч долларов. Вот такую полосочку построить небольшую бетонную. А та компашка, которую представлял я, охотно за нее взялась. И я, как переводчик при контракте, помогал организовывать. Никто до сих пор и никогда не узнает, сколько грузовиков бетона ушло на эту дорожку. Но самое прикольное, что бетон покупался у узбеков, когда курс валюты, доллар, там был несколько тысяч узбекских денег, а продавался американцам по курсу Министерства обороны США, где, если обычно лампочка стоит 60 центов, то для армии она почему-то стоит 5 долларов. И когда отстроили этот великий мол в 2008 году, этот памятник великого американского распила, который до сих пор не могут спрятать, но мало о нем говорят, прямо на мусорке засыпали ее, проходит несколько лет, чуть-чуть утрамбовывается эта земля, и мы строим с вами торговый комплекс. Конечно же, это только в России, блядь, вороватые чинуши строят торговые комплексы. В Америке они только заняты тем, чтобы заработать сначала 30 миллиардов, блядь, а потом думать, как их раздать, как Билл Гейтс. Да вы почитайте внимательно в источниках. Он не раздает эти миллиарды, блядь. Он их вкладывает, блядь, в компании, которые занимаются изготовлением прививок разного рода, которые бесплатно, да, вот тут, раздаются в Африке. А может, это просто для опытов? Может, это просто способ регулировать рождаемость? Не может человек, который, блядь, судил людей Firefox и выбил их из бизнеса, когда они сделали браузер, который был лучше, чем Microsoft. Не может человек, который судил людей за то, что офис они ставят нелицензионный. Не может такой человек во второй половине жизни вдруг превратиться в Ганди, блядь, и раздавать свои деньги. Нет. Вот здесь мы с вами точно выездной урок английского проведем. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Боюсь, тут кого-то заебенили. До меня. Ну так вот, ребята, здесь был Walmart. Walmart — это одна из самых паскудных вообще сетей американских. Потому что хуже нее, наверное, только Amazon, блядь, по отношению к своим рабочим. Чтобы Walmart бросил магазин свой, блядь, эти нищеброды, которые каждую копейку считают. Вы читайте по возможности надписи. Это тоже своего рода страноведение. Даже Михаил Иванович в своей спецшколе такого вам не расскажет. Ну так вот, чтобы Walmart ушел, блядь, ребята, такое бывает крайне редко. Крайне редко. А отсюда ушли все. Только Giant Eagle, сука, копеечный, блядь, остался продуктовый. Мы еще в него зайдем, потому что я уже жрать хочу. Отчего же, блядь, закрыли, а? Причем так грубо, блядь, обычно, ну, попилили, ну, дайте ему чуть-чуть там, чтобы он разорился как-то лет через 10 естественным путем, а может даже выжил. Нам-то уже похуй, мы на строечке-то свои цементы запустили куда надо. Ой, какая прелесть. Даже в тупой России, блядь, отсталой, перед строительством всегда делают геологическую разведку, правильно? Земле сколько надо утрамбовываться, нахуй, блядь, на мусорке? Лет. Хуй его знает, правильно?
И я говорю, хуй его знает. Потому что не геолог. Что самое поганое, здесь же не простая земля. Оказалось, мусорка засыпанная, слегка утрамбованная. А что происходит там под нами? Давайте пройдем дальше, посмотрим на остальные магазины. О, а вот, кстати, о проседании почвы. Вы видите? Вы видите? Это Кливлендский теракт. Это глобальный теракт, блядь. Название которому капитализм, блядь. Пацаны даже лестницу притащили для граффити. Ну так вот. Там внизу мусор разлагается. И хуй знает, сколько лет еще будет разлагаться. Это то, что мы, ребята, оставили нашим внукам. На память, понимаете? Эти пластиковые бутылки, эти многочисленные упаковки, блядь. У нас же промышленность. У нас же остановится экономика, если мы перестанем производить. Поэтому мы лучше засрем планету. Но, блядь, экономику надо сохранить, основанную на долларе. Этот серп и молот, ребята, я вижу все чаще и чаще. Остановился все на дне у порога. Не скулите по мне, ради бога. Не скулите по мне, ради бога. Такие все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от России, чтоб осталось от Москвы, от России. Все пошло на старый лад, на неволю, взяли все у нас назад, землю волю, взяли все у нас назад, землю волю. Анархия. Памятник американского распила. Это все заколоченные магазины. Просто в отличие от Walmart, говорят, вон, как, по-моему, писец, блядь. Точно. Писец, писец, писец или лиса светлая бежит. Блять, на этой камере нету зума. Ну так вот, ребятушки. Игрушки сейчас детские, очень модные. Прям дочка. А как они их продают? Они кучу YouTube-видео наснимали, дочка посмотрела их и все, и хочет. Она уже знает в магазине, что это игрушка. Хэтчималс называется. Там в яйцах пластмассовых маленькие животные пластмассовые. Нужно яйца сломать, и ты не знаешь, какое выйдет животное. После этого полчаса игры, дочке все надоедает, остается целая куча пластмасса, которая миллионы лет, блядь, миллионы лет не будет разлагаться в земле. И если не моей дочке придется с этим дело иметь, то, может быть, моей внучке, понимаете? Слово «гей» пишется через «э», дебилы, блядь. Вот, кстати, результат, блядь, ебаного ЕГЭ, который скопировали отсюда. ЕГЭ! Ребята, это для бедных, чтобы им легче было управлять. А сами богатые отправляют своих детей в дорогие школы с раздельным образованием. Здесь был даже банк. Вы обратите внимание, какое красивое новенькое здание. А? Чудо, блядь. Оседают эти магазины, ребята. Уходят в землю, блядь, понимаете? Потому что не утрамбовался мусор, ебаный мать. Но это не самое главное. Таким, сука, блядь, рвачам, как хозяева Волмарта, блядь, которые построили самое лучшее на земле. Обратите внимание, ни церковь, ни больницу детскую, они не спешат раздавать свои деньги. Они построили невъебеническое огромное подземное убежище на случай апокалипсиса. Спонсируют такие программы, как SpaceX, потому что они уверены, что будут жить вечно, поэтому нужно съебывать с этой планеты, которую они в большую мусорку превращают своими ебаными распилами, которые абсолютно, блядь, абсолютно одинаковые, что в России, блядь, что в Америке, нахуй, зарубите себе это на носу, блядь. Здесь то же самое, нахуй, потому что рулит одна и та же толпа педерастов, блядь.
сколько? 8 лет прошло, да? Ну, сейчас 10 лет. За 10 лет какое проседание? Даже оседание почвы не остановили бы Walmart. А знаете, что их остановило? Метан, блядь. Здесь ебашит из-под земли метан так, что если я останусь тут жить, то через полгода сверну ласты, блядь. Понимаете? Запаха почти нет, а газа до хуища, блядь. Здесь даже на этой площади смотрят, чтобы не курили особо, блядь. Представляете, нахуй? То есть вы мне хотите это сказать, передовая американская наука, перед тем, как закладывать такое гигантское строительство, не знала, блядь, что здесь может быть оседание почвы и метан? Этан, метан, пропан, бутан, блядь. Ох, нихуя, трансформатор работает, блядь. Приколитесь, эта хуйня еще и под напряжением до сих пор. Охуеть. То есть и кто-то из господ налогоплательщиков еще платит за эту хуйню. Нихуя, тут матрасики. Тут кто-то жил. Наверное, незнакомый с влиянием метана на организм. По-моему, метана даже и нету запаха. Я тут, блядь, трошник. Интересно, через сколько лет вся эта хуйня символично, блядь, провалится, блядь. Недавно смотрел передачу про зону отчуждения в Чернобыле. Припять, Чернобыль. Там, где не живут люди, вот, с тех самых скорбных событий. Не бывало, развилась природа, как заповедники. Понимаете? То есть там бизоны возникли, блядь, зубры, волки, лисы, птицы разные, рыбы, полные реки. Потому что нельзя охотиться и убивать, никто не живет. И вот у нормального человека какой вопрос возникнет? О, блядь, наверное, они все отравлены радиацией, эти животные мутанты. А у меня почему-то мысль возникла такая. Это мы, сука, мутанты ебаные, блядь. И только, сука, взрывы, как Чернобыль, блядь. Радиации невъебенические, блядь. Которые нас, нахуй, уничтожат, блядь. Это единственная, блядь, возможность этой планете выжить. Потому что на самом деле мы так расплодились и распространились, что сами стали заразой, блядь. Заразой, которая готова уничтожить Землю. Землю, почву, которую мы не можем восстановить и которая нас кормит. Нас не доллары кормят, блядь, а еда, которая растет, блядь. Еда, вода, которую мы будем пить. И воздух, блядь, который мы пропитали метаном, нахуй. Метаном. Метаном, блядь. И вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоковы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. И кто сможет устоять?
как будет выглядеть жизнь после того, как ебаное человечество, блядь, со своей тупостью, блядь, непомерной, прекратит свое существование, блядь. Природа опять возьмет свое. Свое, потому что мы гости здесь, блядь. Гости, а не хозяева. Ребята, я запах поймал. Ух, сука. Есть, блядь. С другой стороны, если бы здесь одни негры жили нищие, то это дело бы как-то замяли. Никто бы не заметил ни запаха. И проседание бы долгое время умалчивали. Не, это был не писец, это кошка белая. Тут живет. Тоже мутант, наверное. Но так как район кругом белый, блядь, они решили это в маленький Чернобыль превратить, в Припять, блядь. Понимаете, вы видите порожки и как уходит эта хуйня от порожков. Вы видите? Хотя они, конечно, распиздяи. И, скорее всего, это распиздяйство, бля, не распил. Забираю свои слова обратно. У нас тут все прекрасно. И люди не берут взяток не потому, что, блядь, боятся, а потому, что это некрасиво. Тут отрезано, нахуй. Магазин не запитан, а вот сама точка, видимо, не обесточена, блядь. Я все еще в Сайгоне, блядь. Апокалипсис наших дней. Вот интересно, да? Вот если есть инопланетяне, да, и они на нас смотрят. Я уж молчу про Бога. Че они про нас думают, блядь? А? Ведь те, кто вот это вот сделал все. Они даже в тюрьме не сидят. Понимаете? И деньги им нахуй не нужны были, когда они вот это все затевали. У них уже были деньги сухудово, блядь, потому что наверняка где-нибудь в Лас-Вегасе или, блядь, в Атлантик-Сити они перетирали эту сделку. Ну, может, здесь тоже. У них уже были деньги на счету. И все, что изменилось для них, это просто какие-то циферки. Там было 3 нолика, а стало 6 ноликов, блядь, или там было 6 ноликов. А стало 18 ноликов. Но я уверен, больше чем уверен, качество их жизни абсолютно не изменилось, блядь. Когда они это сделали. Так зачем же, нахуй? Неужели у них нету детей, внуков, блядь? Неужели, блядь, они думают, что все съебутся на Марс, блядь, или в какое-то в убежище? Когда вся эта хуйня в большую мусорку начнет проваливаться, блядь. Они типа сбоку припека, типа они не проваливаются, нахуй. Все магазины закрылись, а этот продуктовый, блядь, хоть бы хуй. И провалы тоже есть. Только похоже, что у них или хорошие адвокаты, или им похуй. Или они потихоньку готовятся. Я думаю, здесь в Джайант-Игле мы с вами... Ебать, блядь. Это с аптеки, сука. Если тут порыться, можно найти кучу наркотиков. Но мы это делать не будем, потому что мы их больше не употребляем и другим не советуем. Кофе, чай зеленый. Зеленый чай — это... Экс-глава фармацевтической корпорации Инсис подкупал врачей по всей Америке, чтобы те охотнее выписывали своим пациентам более утоляющее с фентанилом. Это мощнейший синтетический опиоид. Майкл Бабич уже признал себя виновным в преступном сговоре и мошенничестве. По версии следствия, Бабич и менеджеры его компании фактически платили взятки сотрудникам медицинских центров, а те выдавали своим больным рецепты на лекарства под названием Сапсис. Это спрей, который используется для подавления боли у пациентов с онкологическими заболеваниями. Врачи выписывали больше рецептов на наркотический препарат, а за это получали от фармацевтической компании чеки, якобы за выступления на медицинских конференциях. На самом деле никаких конференций не проводилось. Корпорация Инсис уже согласилась выплатить 150 миллионов долларов Министерству юстиции США в качестве штрафа. В прокуратуре уже назвали это расследование одним из самых больших достижений в борьбе с опиоидным кризисом в США. По официальным данным, в 2017 году из-за передозировки опиоидными препаратами в США погибли около 48 тысяч человек. В Джайант-Игле, я думаю, мы должны разживиться желтой жилеткой, потому что я не только поддерживаю восстание желтых жилетов, но
Еще и пиздовать домой пешком придется в темноте, там вдоль дороги, чтобы нас не сбили нахуй, блядь, еще. Пока мы не успели это дело смонтировать и залить в сеть, правильно? Или специально, блядь, прикинь, за мной так следят уже они, короче. Как я тут снимаю, и меня сейчас собьет машина, когда я буду уходить отсюда, блядь. Вот здесь тоже на работу берут. Эй, менеджер. Менеджер. Хочу на работу. Визит в магазин не прошел даром. Я украл у них знамя французской революции, блядь. Если придется плохом идти домой, мы его оденем. На себя. Как все красиво начиналось. Ну что, друзья, я Винсент Килпастер. От мороза батарейка сдыхает. Я знамя французской революции. Thanks, Mark. Here's a look at today's top story. Some hope for Cuyahoga County and the deadly opioid crisis. Preliminary numbers released today show a big drop in the number of overdose deaths in the county. Deaths attributed to fentanyl, carfentanil, cocaine, and heroin all down in the last year. The county says overall use continues to be a concern, and we can't stop fighting the opioid crisis. Куда-то просочиться, как учил Михаил Иванович, нужно не прятаться, а наоборот выглядеть настолько явно привлекающим внимание, что практически становишься невидимым. К чему я это? К тому, что если вам нужно куда-то зайти с вениковой рожей, лучшего оружия для пролетариата, чем желтый жилет, еще не придумали. Я решил идти через парк, потому что так на 0,8 мили ближе. Ныряя сейчас в парк, мы совершаем административное правонарушение. Потому что после темноты нельзя находиться в парке в нашем штате. Но у нас есть волшебный желтый жилет, который не только скатерть-самобранка, но и ковер-самолет в данном случае. Выброс здесь городской канализации в реку привлекает гусей. Гигантское количество. Я не думаю, что что-то получится, темно. Блядь, там их сотни, сука. Лебединое озеро. От горячей воды поднимается пар. А почему она горячая? Потому что здесь сброс канализации, я знаю, днем могу снять, показать. И там эти бедные гуси сидят и греются. Господи, боже мой, ребята, блядь. Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видел их, у них глаза пустые. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить. Чтобы продать себя подороже. Чтобы им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились. Что они призваны. Они ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и правда везло.
Только этого мало, только этого мало, только этого мало. Листик не обожгло, где так не было мало. Только этого мало, только этого мало. День помыл, как стекло. Только, 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 этого мало. Только, только, только.